Вот, поехали. А самая потом... господа, говорит командир корабля, всем доброе утро. Меня зовут Артём Бадров. От имени всего экипажа мы очень-очень рады поприветствовать вас на борту Боинга 737-800 авиакомпании «Победа». У всех, надеюсь, сегодня новогоднее настроение, да, уже совсем скоро Новый год. Можно сказать, почти новогодний рейс, погода прекрасная. Сегодня с вами летим в Москву, аэропорт Внуково. В Москве тоже тепло, где-то минус 1 градус, идет слабый снег. Время пути составит 2 часа ровно, постараемся, конечно же, побыстрее. В данный момент мы готовимся к вылету, производим буксировку на место для проведения противообледенной обработки. Идет снег. Необходимо удалить снег и лед с крыльев, с фюзеляжа, в общем, отовсюду. Специальной жидкостью будем удалять. В иллюминаторах будет все видно, очень интересно посмотреть, там жидкость по стеклу будет стекать, по крыльям будет есть. Сейчас, займет это где-то еще 5 минут